Всем привет, меня зовут Анна. Сегодня я хочу начать вязать себе кофточку, ну, точнее, это, наверное, будет футболочка. Вязать я буду ее из такой вот пряжи Кирова. И здесь у нас называется она фиалка. Ну, я так понимаю, хлопок стопроцентный. У меня есть три вот таких вот моточка такого цвета и два вот таких. Метраж я не знаю, но я посмотрела в интернете, по-моему, в моточке 325 или сколько, ну что-то 300 с небольшим метров. И вот, в общем, не знаю, что это еще будет в конечном итоге. Просто знаю, что хочу связать футболочку. Просто на кофточку не хватит. На большой размер буду вязать, 56-58. И надеюсь, вот 5 мотков мне все-таки хватит на футболку. И я набрала 160 петель плюс 1 для замыкания в круг. Провязала 2 ряда лицевой гладью. Горловину ничего я не вывязывала. Я хочу потом просто крючком обвязать. Вяжу я, кстати, на спицах номер 3. Пробовала на 2,75, но решила все-таки на троечке. И набрала я 160 петель. Провязала 2 ряда и распределила петли. По 2 петли у меня пойдут регланные линии. По 23 петли на рукава. 50 на спинку, 56 на перед. И 3 раза я буду вывязывать росток, поворачиваться по рукавам. То есть у меня петли сравняются, будет и на спинке 56. А затем уже буду вывязывать росток по переду. Начало у меня, как всегда, вот в этом месте моего вязания. И вот где у меня начало. Вот я второй ряд тут довязываю. Прибавки я буду делать с помощью накидов. Ну, будут дырочками, в общем, такими. Все-таки это футболочка. И вот мое начало ряда. Я делаю прибавку первую сейчас. Вот накид. 2 лицевых. Снова накид. И провязываю теперь петли рукава. Точно так же здесь делаю прибавочки. Провяжу петли спинки. Здесь делаю прибавки. И уже вот по рукаву буду разворачиваться. Первый разворот делать. Вывязывать буду росток. В принципе, такая простецкая будет футболочка, ничего тут сложного не будет. Полос, я не знаю, как я буду комбинировать пряжу еще вообще. Задумок нет, задумка только одна, связать футболку. Либо сейчас, может быть, вывяжу росток и пущу, пойдут полосочками. Либо, наоборот, свяжу, например, вот этим светлым, бледненьким таким, да, потом уже, то есть оранжевый пойдет уже такой яркий низ. Ну, в общем, в процессе все потом решу, пока еще не знаю. И вот я довязываю петли спинки, подхожу к рукаву. Здесь снова прибавка, 2 петли реглана, снова прибавочка, и провяжу 8 петель и буду разворачиваться. Все, вот 8 петель, поворачиваю вязание наизнанку, и вот эту провязанную петлю я снимаю и завожу ниточку от себя, чтобы у меня вот эта вот петелька вот двойная, вот она вот так легла на спицу. И все, и продолжаю изнаночный ряд вязать. Здесь уже теперь никаких прибавок не делаю, то есть только в лицевых рядах. Когда буду вязать по кругу, там уже буду делать прибавки через ряд. Ну, как обычно, в принципе, в реглане. Но если только там уже под конец надо будет подкорректировать что-то, то уже там можно где-то, может быть, через 3 или как там. Накиды просто вот провязываю изнанкой, не скрещенной, ничего, чтобы у меня были дырочки. И теперь вяжу петли спинки, дохожу до того рукава, и буду там разворачиваться. Итак, вот я подхожу к рукавчику, провязываю прибавку свою, 2 петли реглана. И теперь вот эта прибавка на рукаве, что у меня уже была, я ее провязываю, но я ее не считаю, да? Вот я ее провязал, и дальше 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.
поворачиваю вязание на лицевую сторону и теперь также снимаю последнюю провязанную петлю, но нить теперь уже завожу к себе. И вот у меня вот так опять вот эти две дужки на спице. И вяжу лицевой ряд. В лицевом ряду я снова делаю прибавочки и дохожу до второго рукава. Ну и там я покажу, как провязать предыдущий разворот. И затем провяжу 5 петель и буду снова разворачиваться. И вот я подхожу к рукавчику, на спинке делаю прибавку, реглан провязываю, снова прибавка и вяжу до разворота, где я разворачивалась уже. Вот я подошла, вот она моя двойная петля. Не знаю, резкость. Так. Вот она двойная. И я вот так вот все это вот снизу подхватываю. Двойную прям. И провязываю просто лицевую петлю. Все. Дальше я провязываю 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. И снова разворачиваюсь на изнаночную сторону. И также снимаю петельку. От себя нить, вот она моя двойная, и вяжу изнаночный ряд. И сейчас я дойду до вот того рукава, покажу, как провязать разворот по изнаночной стороне, и дальше уже буду вывязывать дальше росток. По рукавам я развернусь 3 раза, по переду я еще пока не решила, я потом скажу, сколько раз я развернусь, то есть буду смотреть по изделию уже, ну как, еще не изделию, но в общем, как там мне нужна будет высота, так вот я и свяжу. Так, и вот я снова на рукавчике. И буду сейчас разворачиваться по изнанке. Так, вот она моя двойная петля. Вот видно, надеюсь. Так, и я вот, чтобы провязать ее изнанкой, я ниточку вот эту вот двойную, вот она, видите, вот она тут как сцепленная такая. Я вот там сзади, снизу подхватываю вот это все двойное и провязываю, то есть за заднюю стенку получается вот эту двойную петлю, провязываю изнанкой. Все. И дальше 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. И снова разворачиваюсь. И вот тут вот не будет потом видно никаких дырочек. Вот оно даже сейчас видно, вот она, где я провязала. Здесь уже все ровненько. И потом не будет ничего видно. И теперь снова вяжу лицевой ряд, делая прибавки. Здесь провязываю предыдущий разворот. Еще беру 5 петель и буду делать, снова разворачиваться. Вот по 3 раза по рукавам. У меня как раз сравняются петли спинки и переда. И затем я уже буду провязывать вторую регланную линию по рукаву, делая прибавки, и уже буду захватывать петли переда. Ну, поскольку петель там и как я буду разворачиваться, я потом все скажу. Здесь вот я снова развернулась, сделала разворот и вяжу теперь лицевую сторону. Итак, провязала я росточек, вот такой вот он у меня по спинке получился, вот так если положить. Вот так вот. Столько у меня получилось. По переду я разворачивалась. Один раз захватила одну петлю. Затем 4 раза по 4 петли. И один раз 3 петли. То есть всего у меня было 6 разворотов по переду. Вот так вот по переду все это выглядит. Ну и все. Теперь я продолжаю вязать по кругу, делая прибавки в регланных линиях через ряд. Такая вот линия получается регланная. Итак, я провязала регланную линию. В данный момент у меня по переду и по спинке по 130 петель. На рукавах я не пересчитывала,
Но вот перед 130 петель и спинка 130 петель. И теперь я довязываю, вот у меня тут перед, и буду переснимать рукава на отдельную ниточку. Буду отделять их. Маркеры можно убрать. Регланные две петли у меня пойдут к телу. И вот петли рукава я пересниму на дополнительную нить. Ну, сейчас даже пока переснимаю, я просчитаю и скажу, сколько у меня на рукавах петель. Так, пересняла я рукав. Рукав довольно-таки у меня большой получился. И если я нигде не ошиблась, у меня по рукаву 100 петель ровно. Сейчас завяжу его, чтобы мне тут он не мешал. И буду набирать петли подреза. На подрез я буду набирать 15 петель. На второй рукав то же самое. И так вот ниточки уберу. И для подреза таким вот образом набираю на спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. И дальше вот у меня тоже две регланные петли. Провязываю их, провязываю петли спинки, дохожу до второго рукава. Точно так же переснимаю петли рукава на дополнительную ниточку, добираю 15 петель и вяжу, уже продолжаю вязание по кругу. И всего получается по телу, то есть 130 петель и 130, 260, по 15 петель это будет 290 и 8 петель регланных линий. Получается по телу у меня будет 298 петель. Так, ну что, кофточка моя практически готова, но не совсем, такой еще полуфабрикат, скажем так, потому что я еще не заправила кончики. Я хочу после ВТО их заправить. Просто кто-то мне в комментариях написал, что эта пряжа садится. И, в общем, я решила до ВТО кончики не заправлять, потом все посмотреть. Рукава, как я вязала, я на подрезы набрала петли. У меня было 15 петель подреза, да, по-моему. Так, я всегда беру еще по сторонам, по лишней петле, то есть я на подрезы 17 петель набрала и продолжила вязать по кругу, через ряд делая убавки. Здесь наклоном влево, здесь наклоном вправо. Последние 3 петли я провязала вместе, центральная у меня осталась. И дальше я каждый восьмой ряд, то есть 7 рядов вяжу, в восьмом убавка. Опять 7 провязала, в восьмом убавка. И так весь рукав. Всего убавок я сделала, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 убавок. Дальше я просто закрыла и затем обвязала крючочком. Крючком я тут обвязывала 2 ряда, по-моему. И во втором ряду я каждую 11 петлю пропускала. Немножко как бы сузила. Ну, вниз я связала все просто по прямой. Как бы у меня было 5 мотков, мне не хватало, я докупила черный цвет. И поэтому вот такой вот веселенький он у меня получился. То есть я уже на рукавах добавила черного цвета. И по низу. И низ я обвязала крючком 3 ряда. Прошла обычный ряд. Нет, снизу 4 ряда. Обычный ряд, потом столбик с накидом, затем 2 обычных ряда. 4 ряда я провязала. И по горловинке я провязала 2 ряда. Внизу я тут тоже в одном из рядов делала каждую 11 петлю. Ой, вру, 21 петлю. То есть 20 петель я провязываю, 21 я пропускаю. И по горловинке я просто взяла крючок немножко поменьше. И никаких убавлений ничего не делала. Просто снизу я одним крючком, а поверху я немножко поменьше крючок. И сразу я сняла мерки с него. То есть я хочу посмотреть после ВТО, действительно он у меня сядет или нет.
как бы что будет, гляну. Поэтому я и кончики не заправляю. Дело в том, что вот у меня 6 мотков получается, они ушли все полностью. Там вообще, считай, ничего не осталось у меня. И если он сядет в длину, то как бы печально будет. В общем-то, может быть, тогда я его даже буду распускать тогда и рукав делать короче. Но если вязать футболку, просто у меня рукав 3/4, если вязать футболку, то тогда все будет нормально. Пряжи хватит. А сейчас у меня только-только. Если вот кофта сядет в длину или даже если в ширину, в общем, как бы на себя мне придется перевязывать. Так, и по размерам. Длина по переду всего изделия у меня получилась 58. По переду, по спинке из-за ростка там побольше. Но не мерила спинку. Так, рукав. Ой, ширина изделия от проймы до проймы у меня 62 сантиметра. Рукав, если вот поверху от горловины, то есть, да, и до низа. Поверху у меня 58 сантиметров. Внизу, вот от этого момента я мерила, да, и вот так вот, если идти, что у меня тут петля маркерная не висела, вытянулась. Так, по низу у меня 30 сантиметров. Ой, 32, не туда посмотрела. Реглан 30. Реглан сейчас по переду у меня ровно 30 сантиметров. Ну и сейчас я ее отправляю в стирку. И потом уже скажу, что у меня получится после ВТО. Ну и завтра мне на работу, поэтому я сейчас ее буду стирать. Завтра у меня не получится. Поэтому я, наверное, сегодня уже это видео смонтирую, загружу. А уже в дальнейшем видео на днях сниму и скажу, села она у меня, кофтейка моя или нет. Ну, на этом все. Всем пока-пока.